Участковый уполномоченный – один из самых важных и нужных сотрудников полиции. Именно от него зависит успешность предупреждения преступлений. Он находится в самом тесном контакте с жителями и лучше всех знает оперативную обстановку на своем участке. Или, как говорили раньше, в своем околотке. Отчеты участковых уполномоченных полиции в Одинцовском районе проходят ежемесячно. На территории обслуживания 1-го городского отдела полиции порядка 20 человек участковых принимают участие в отчете перед населением, докладывают за 5 месяцев оперативную обстановку на территории обслуживания. Если у жителей возникают какие-либо вопросы к участковым, либо вопросы в целом к полиции, все это берется на карандаш, на заметку, все сообщения у нас регистрируются, по которым будет в дальнейшем проведена проверка. Летом люди разъезжаются по отпускам и дачам. Впрочем, участковые, не эстрадные артисты, больших залов не собирают. Но все жители города, у которых в минувшую субботу были к правоохранителям вопросы, смогли их задать. Причем в присутствии непосредственного полицейского начальства. Руководство службы участковых уполномоченных такое взаимодействие с населением особенно ценит. Хотелось бы просто попросить принимать поактивнее участие, раз в субботу приходить, общаться с участковыми. Тем более, я думаю, что у многих есть наболевшие вопросы. У многих есть какие-то вопросы по поводу консультаций различных. Мы всегда ждем вас. Любой городской отдел полиции, либо сельского поселения, либо городского, проводит отчет перед населением. Также можно обратиться вторник, четверг и суббота к участковому уполномоченному своему обслуживающему административный участок на прием с любыми вопросами. В минувшую субботу, первую субботу месяца, отчеты участковых перед населением прошли в 8 из 9 территориальных подразделений полиции района. Исключением стал Голицынский отдел. Все его сотрудники, в том числе участковые уполномоченные, были задействованы в охране общественного порядка на Пушкинском празднике. Петр Горохов, телекомпания «Одинцова».